Что ты купишь на свою долю? Ты что творишь? Дело сделано. Вот поболтать решил. Я вот думаю, у нас вроде был такой надежный план. Трест, можно сказать. А вот чего я понять не могу, так это что ты делал у заднего входа? Что? А я не мог идти через передний. Пришлось импровизировать. Открой эту чертову дверь. Ты позвал федералов. Что? Меня самого взяли. Так всегда бывает, когда зовешь федералов. Я бы никогда этого не сделал, клянусь богом. Пусть он разнесет меня на месте. Ну, тебе там недолго стоять. Вот выйдем из атмосферы, ты мигом станешь намного тоньше, когда тебя вытянет через вон ту дырочку. Да ладно, Мел! Самая паршивая смерть для человека! Выход из атмосферы через 2 минуты. Срочно проверьте створки воздушного шлюза. Хочешь убить меня? Застрели! Только пусти внутрь! Я слышал, в старину предателей в наказание протаскивали под килем. А у меня киля нет, так что... Ладно! Я виноват! В чем виноват, Джейн? Мне казалось, ты бы никогда не сделал этого. Слишком хорошие деньги предложили. Я потерял голову. Я прошу прощения. Но будь разумным. Почему ты принимаешь это так близко к сердцу? Тебя бы я никогда не сдал. Ты уже сдал. Сдаешь члена моей команды, сдаешь меня. Если ты не в состоянии понять этот простой принцип, тебе здесь не место. Ты предал меня, Джейн. Вот в чем дело. А что ты скажешь остальным? О чем? О том, как я умер. Еще не думал. Придумай что-нибудь. Не рассказывай про то, что я сделал. И в следующий раз, когда захочешь ударить меня в спину, имей смелость посмотреть мне в глаза. А можно мне войти?